Привет! И сегодня я расскажу, что можно сделать в банде на Сампер-П. Ну и первое, как ни странно, это прокачать себе ХП до 160. И это делается очень легко. Заходим в наркопритон, покупаем и вписываем команду Use Drug. Следующее это ограбление магазинов. Что вам нужно сделать? Просто навести пушку на кассира. Если вы играете с ПК, то у вас все получится. Но если вы играете с мобайла, как я, то такой системы нет на Сампер-П. И что будет происходить с ПК? Начнется таймер на 5 секунд, после чего вы получите пару тысяч долларов на ваш счет. Также в банде вы можете заняться РПшками. Как вы видите на фоне, мы просто грабим с братком магазин. Это все делается по РП. И также это нужно, если вы девятка для банды. Вы просто делаете 4 РПшки, после чего заливаете это на форум Сампер-П. И вам дают в банду 1000 материалов для дальнейшего использования. Также в банде вы можете ограбить дома. Это происходит все очень просто. Вы едете к Эммету, берете фургон и едете на точку, которую вам показал Эммет. И она находится на GPS. Итак, что нам нужно? Это лом и балаклава. Балаклава нужна для того, чтобы вам не дали розыск при ограблении. И по пути мы заедем 24/7 и все это купим. Стоит это недорого. В районе 8000 рублей за весь комплект. Итак, я уже подъехал к дому и сейчас попробуем его ограбить. Прописываем команду Rob House, и нам показывает то, что этот дом больше нельзя грабить. И как я узнал, это означает то, что этот дом уже грабили, и нам не получится его снова ограбить. Итак, вот второй дом. И подходим к нему и прописываем команду Air House. Но он же был открыт, и поэтому мы просто заходим. Теперь мы не прописываем эту команду, а подходим вот к этому синему чекпоинту в виде пачки. Потом у нас начинается поиск предмета, мы берем его и возвращаем фургон. И так делаем 5 раз. И вот мы получаем 125 долларов, потому что мы их нашли как заначку. И теперь везем эту фуру на метку на карте. Она выглядит зеленым цветом. Но еще хотел бы сказать, к сожалению, то, что на телефоне эта работа не работает. И просто у вас не будет метки, куда нужно везти эту фуру. И поэтому заработок это очень плохой, но кто работает на ПК, это будет прибыльно, ну и интересно. Также, как же без коптов? Это очень прикольное дело для тех, кто играет с ПК. На телефоне это невозможно сделать, но на ПК очень легко.